Зет, прошу, остановись! Тебе нельзя ехать так быстро! Хватит мной командовать! Ты даже не хочешь быть моим пилотом! Что? Это неправда! Довольно! Мне надоело ездить с тобой! Что? О чем ты? Стой! Тубан Зет! Давай прокатимся! А? Нет! А? Ну что еще? Хан, не спишь? Серьезно? Опять? Где они? А? Дилан, ты, наверное, сердишься, поэтому начну со слов «прости». Я не хотел тебя обидеть. Я просто устал бездельничать. Мне очень хочется быть с вами. Но ты прав. Надо относиться к делу серьезно. Хан нашел в интернете ремонтную компанию. У них есть специалисты по ядрам, которые подлатают меня. Мы едем к ним прямо сейчас. Я не стал бы рисковать, если бы сомневался. Надеюсь, ты доверяешь мне. У меня хорошее предчувствие. До скорого, твой друг Зет. Специалисты по ядрам? Как они могли поверить? Я сейчас полон энергии, Хан! Не надо так газовать. Ядро еще не отремонтировано. Ты уверен, что чертеж тобота, который они прислали, был настоящим? Он, конечно, был грубее обычного, но мне показался подлинным. Хорошо. Просто уж слишком подозрительное совпадение. Ее и землетрясение не разбудит. Окатим ее ледяной водой. Бесполезно. Она съела взбитые сливки, а для нее они как снотворные. Злобная, но довольно умная. Недостаточно хороша для такой работы. Кстати, я обеспокоен. Насчет чего? Вы уверены, что было правильно показывать им чертеж нашего робота? Отчаянные времена. К тому же это сработало. И когда мы разберемся с ними, будет неважно, что они видели. Как скажете. Но есть и другая проблема. Ваша аллергия. Я репетировала. Привет, привет! Это всего лишь небольшая сыпь. Воздух слишком сухой. Посмотрим, поверят ли они. Приехали. Это ребенок? Я милая, я любезная, и я... Привет, привет! Ну же! Хан, возьми трубку! Как можно быть таким беспечным? Дилан, все будет в порядке. Мы их найдем. Пап, ты видишь, где сейчас находится Зет? Да. Похоже, он остановился около склада. Отправляю координаты. Отлично. Помогите! Пожар! Пожар! Мы горим! Посмотрите! Пожалуйста, я больше не могу! Помогите! Точно? Значит, вся процедура полностью безопасна? Гарантирую! Доктор Квон хоть и изобрел ядро, но его перестановка – моя идея. А? Но я думал, что о тоботах знают только доктор Чар и доктор Квон. Почему они сразу не позвонили вам? Ой, вы же знаете этих докторов. Они гениальные, но слишком упрямые. Верно. Видите ли, когда-то я работала у них, но вряд ли они это помнят. Тоботы тогда были еще на бумаге, а я была безымянным лаборантом с хорошей идеей. Вы помогали создавать тоботов? Верно. И у кого теперь получаются лучшие? У вашей покорной слуги. И пусть мое имя неизвестно, но это не имеет значения. Я горжусь своей работой и могу отремонтировать любого робота. Для меня будет честью починить Зеда. Ведь без него наши улицы будут не такими безопасными. Приступим? Полный газ, вот что я скажу. Отлично, тогда решено. Юджин, ой, доктор Паркер. Тобот Икс. Игрек. Трансформация! На помощь! Где же пожарные? Игрек, подушка! Так точно, босс! Я больше не выдержу! Мы вас спасем! Все в порядке, прыгайте! Да
есть еще люди. Пожарные уже едут. Что? Они им помогут. Берегись! Димон! Капка! Ого! Помогите! Кто-нибудь! Спасите нас! Пожалуйста! Как же не вовремя! Смотрите, я все еще цел и невредим. Ой, что это вы такие серьезные? Просто пытаюсь разрядить обстановку. Кстати, а эти шипы обязательны? О, это просто разъемы. Для соединения твоего ядра с новым они полностью безопасны. Мы рассчитываем на вас, доктор Паркер. Ага. Вообще-то, мне нужно отойти. Ладно. Можете пока посидеть на диване, мистер пилот. А? Пилот? Не беспокойся, Зет. Ты крепкий, ты выдержишь. Я не беспокоюсь. Я в восторге. Когда перестановка закончится, все будет как прежде. Я смогу трансформироваться и ездить с Диланом. Верно. А я буду стоять на тротуаре и радоваться за вас. Возможно. Я просто хочу хотя бы раз увидеть, как ты трансформируешься. Мы ведь все равно будем общаться и дальше, да? Конечно, будем, и даже сможем иногда кататься по городу. Ты хороший друг, Хан. Ты помог мне в трудную минуту, и я этого не забуду. Хорошо. Почему-то этот доктор не торопится. С ним что-то не так? Нет! С каких пор ты стал таким чувствительным? А технология? Она нам не нужна, четырехглазый! Иди туда и сделай это! Мы даже не знаем, как он устроен. А вдруг он взорвется и весь склад разнесет? А? Вот и узнаем! Вы же знаете, он мне нужен! Очень жаль! Планшет получишь, когда все сделаешь! Но мои исследования... Из-за тебя мальчишка нас раскусит! Иди на склад и уничтожь ядро! А? А? А ты про Нейра? А ну открой! Валери! Зет, это ловушка! Они хотят раздавить ядро! Я подозревал, что это не разъемы! Держись! Я тебя освобожу! О, да! Постой, она танцует во сне? Это ты виноват! Исправь! Болваны! Нет, нет! Улыбка фортуны, вот что это такое! Держись и открой дверь! Ой, неминуемое столкновение! Скорее, Зет, бежим! Босс! Скорее! Не дай им сбежать! Ну уж нет! Отпустите! Вылезай, Зет! А иначе нам придется применить кардинальные меры! Не слушай ее! Уезжай! Скорее! Я не могу! Выйду только если отпустите его! Ты не можешь диктовать условия! Я знаю, ты не можешь трансформироваться! Мне кажется, ваши друзья совсем о вас забыли! Мы спасены! Смотрите! Пожарные! Прилетели! Сколько мы вас ждали! Отлично! Да, у меня все хорошо! Дальше мы сами, тоботы! Спасибо за помощь! Пап, есть новости! Его сигнал пропал? Зет, ты тут?
Что происходит? В следующей серии. Теперь тебе не сбежать. Голова паука! Пора его опробовать. Как они нас нашли? Вы целы? Башни шестеренки, это кто? Это ваш последний тупик, кто бы ты? Озвучено ТМС.